Новоизбранные депутаты молодежного парламента официально вступили в свои права. Более 80 школьников городского округа в торжественной обстановке получили удостоверение. Об активных и целеустремленных юношах и девушках расскажем в нашем сюжете. Мария Кургинян впервые стала депутатом молодежного парламента в 8 классе. Попробовать себя в этой роли девушка решила из любопытства. Со временем сплоченный и дружный коллектив стал для нее второй семьей. И вот она снова стоит на сцене и получает свое третье удостоверение. Я часто танцую флешмобы. Являюсь заместителем председателя по поселению. В будущем я бы очень хотела стать дипломатом. Я надеюсь, у меня это очень получится сделать. Наряду с Марией удостоверение депутата молодежного парламента получили еще 80 человек. Эти девушки и юноши принимают активное участие в жизни не только своей школы, но и всего городского округа. От имени главы городского округа Люберцы и от себя лично поздравляю вас с избранием. И многие знают о существовании молодежного парламента городского округа на территории, не побоюсь этого слова, всей Российской Федерации. С чем я вас поздравляю. За депутатское кресло в молодежном парламенте боролись более 300 кандидатов. Победителей выбрали путем голосования. 24 октября во всех школах городского округа открылись избирательные участки. Руководила выборами молодежной территориальной избирательной комиссии. В каждой школе были образованы свои молодежные участковые комиссии. Участвовали в выборах около 7 тысяч наших молодых избирателей и школьников. 2019 год стал для Люберецкого молодежного парламента юбилейным. За 10 лет кузница кадров выпустила несколько поколений школьников, которые сейчас занимают высокопоставленные должности. Луиза Игазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.